Чайка отдает под бросок Чистякову. И великолепный шанс 1-1! Салютует Амиров трибунам. Шикарнота, шикарнючая! Да и как же по-взрослому, да? Мы поздравляем Родиона Амирова, и вся Уфа сейчас ликует. Поскольку Россия ликует, естественно, мы говорим про те города, где родились спортсмены. Да, довольно-таки неплохо в углу. Здесь и Василий Подколзин, отметим, который хорошая передача отдает. Родион Амиров в своем лучшем, в своих лучших традициях так не удержали. Посмотрите, как глубоко обороняются шведы. Буквально забыли про Амирова. А до этого именно на него передача того же Василия Подколзина и назначалась. Прострел, она не дошла. И опять же своего шанса Родион Амиров дождался.